Привет! 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 У нас в гостях Оля и Сигоры. Мы сегодня будем делать Винни-Пух. А ну-ка покажи, какой там Винни-Пух. Ой, а сегодня мы будем делать Винни-Пуха. Аппликация для малышей. Винни и его друзья. Да, Алиса с Сигором будут делать аппликацию. Мы будем делать Винни-Пуха и вот эту крюшку. Да. Да, и его... там Дисней. Дисней там еще есть. Дисней, да. Это аппликация Дисней. Аппликация для малышей. Я хочу открыть. Ну, Егор, дай пускай она откроет. Алиса, не торопись. Не торопись. Я хочу достать. Ну доставай, нет. Доставай. Ну не надо это драться. Давай, доставай и Егору давай. Ну вот, видишь, Егор тебе быстрее все помогает делать. А ты сейчас будешь распаковывать. Вот такая вот картинка, да? Алиса с Егором будут делать это аппликацию. Винни и его друзья, да? Так, а тут что осталось? Мне. Это вот картинка, по которой Егор с Алисой будут смотреть. Ну, а все, Алиса. Все, Алиса. Алиса, ты все себе забрала, что ли? Да. А Егор что будет делать? Я хочу открыть. Ты нам, подожди, ты нас познакомь со своей подружкой Лили. Она же тебе будет помогать? А вы же с ней уже знакомились много раз. Ну и что, еще раз? Вдруг кто-то не видел из ребяток. Ну-ка, представь, кто это такая, а? My Little Pony? Да. А зовут ее? Озорная хохотушка Лили. Что она умеет делать? О-о-о, кажется, мне нужно на горшок. Она писить хочет. Вот тогда. Алиса только собралась поделки делать. Я очень боюсь щекотки. Щекотки боится, да? Так горшок ей принести или нет? Да. Или она потерпит? Да. Да? Да. Пускай маленько потерпит, ты ей скажи. Давай Егору помогай. Да. Егор, говори, что ей делать, она тебя будет отцеплять. Отцепи мне вот эту. Какую? Да все, отцепляй там вот что есть. Вот, и на пальчиках вот так вот держи и подавай Егору, чтобы он быстрее делал, да? Егор делает, кого делает? Винни-Пуха. Не, не Винни-Пуха, это... делает... Его друга. Хрюшка. Это друг. Да, Хрюшка. Хрюшка. Так, вот это... Аппликация же называется Винни и его друзья. Да, а здесь это Винни получается и поросенок. А, пятачок, во. Да, пятачок. А я забыл уже про... Это пятачок. Стоп, Эльза. Вот это на бабушку. Пятачок? Да, пятачок. Что нужно? Пятачок. Нет, пятачок. Пятачок? Мне кажется, пятачок. Нет, пятачок. Нет, пятачок. Нет, пятачок. Правильно, пятачок. Ой. Пятачок это поросенок, да? Из мультика про Винни-Пуха. Нет, это бабочка будет. А, ну Егор делает бабочку, но мы же про пятачка разговаривали, да? Угу. Так, что там дальше? Алиса, что-то тебе еще. Так, это что-нибудь такое? Розовенько. Это язычок, наверное? Или носик? Так, ну нет, носик. Да, точно, носик. Язык больше. А где там тогда еще? А что это тогда розовое? Ну ладно, пускай пока будет, если не понадобится, уберете. Вот так. Что там дальше? Вот так. Стой, давай. Стой. Да это ободки для рамки, это потом сделаете. Сначала сделайте все основное, а потом сделаете вот. Это что такое? А, это ручки? Да, ручки вот. Так, это как вот. Я вот это уже бы ножки отклеила. И ножки уже отклеила? Нет, вот это от ручек уже отклеила. А, ну ты бумажку отклеила, да? Да. И ручки стали липкие. Давай, Егор, еще одну ручку отклеивай. Молодец, Алиса. Так, что там еще? Все? Или тут еще что-то есть? Там ножки теперь давай отклеивай Егору. Стоп, а лицо его... Ножки не но надо. Она... Алиса тебе сейчас ножки подаст, а потом... А лицо у него лицо. Там есть? То есть там лицо нужно наклеить или нет? Лицо на лицо нет, наверное. Там, наверное, только... Я не знаю, посмотрите, что у вас там есть. Давай теперь вот это вот. Что? Та-та. Угу. Что, та-та? Угу. Что, та-та? Угу. А что там такое? Что еще будете делать?
Да нет, это шпаковка на двор. Вот так? Вот так? Угу. Да? Угу. О, так, огромный ш... О, так. А, это его рука. Верно? Это Винни-Пуха рука. Винни-Пуха рука? Да, желтая. А, теперь Егор делает Винни-Пуха, да? Да, Винни-Пуха. Что-то он не хочет на него показать. Опа! Опа, а это что, нога у Винни-Пуха? Нет, рука. Рука, мне кажется... А, это тоже рука? Да. А папа и не понял. Так, ну а что там еще осталось у Винни-Пуха? Это рука, рука, вот, рука. Вот это вот, это вот твоя папа нога. А, ну это я думал, что это нога. Нет, это рука. Ну давай дальше, что там еще? О, это что такое? А, это туловище, да? Да, туловище. Туловище, а сверху будет бочонок с медом. Да. Винни-Пух у нас толстый, да? Да, из-за своего меда. Да. Он любит мед? Да. Сильно? Да. Да, очень. И пчелы мед любят, да? Угу. Оп. Ой, что это? Не знаю. Не знаешь? Нечка, подскажи, что такое? Нечка, вот скажи, Нечка, что такое? Это, наверное, след. Это на лапку. Это лапка. След на лапке. Да, но сначала нужно большую ногу, а потом уже след. Да, большую ногу давай. Где большая давай, нога? Так, вот тут вот, вот, давай. Потому что я тут уже не понимаю. Так, а что там? Это что такое? Так, это вроде бы не знаю. Что-то непонятное какое-то. Так. Я отклеиваю. Это даже куда-то можно приклеить, как? Ой, а Алиса, как? Тебе следы дала, а это что такое? Вот тут их двое, вот как раз двое. А, ну это вот и есть нога, смотри, а дальше вот, нет, только с другой стороны, мне кажется. А, да, блин. Да, вот видишь, а лапка вместе будет, так что можно было и лапку приклеить. Нет, это вот здесь, внизу было. Да. Вот, разобрались. А дальше у... Дальше там что? Дальше давай свои лапки. Алиса, вот эти следы давай, которые ты делала. Mm-hmm. Вот эти, да. А это что у тебя? Это ушки, что ли? Да, ушки. Ушки на макушке? Да, ушки на макушке. У кого ушки на макушке? У Алисы. У Алисы ушки на макушке? Алиса, нет. Где твои ушки? Вот. А да. У Егора где ушки? Вот. А у Лили нет, где ушки? Вот. А у Лили где ушки? Нет, вот. Вот они. Вот они ушки. Так, давайте. Что там еще? Ну все, давай, она тебе ушки дала. А, это ушки? Ну, наверное, ушки. Подходит по размеру ушки? Да? Да, подходит. На, пап. Так, давай, солнышко делай теперь. Нет, теперь так, на лицо нет, там на лицо, походу, вообще ничего нету. А там было что-то черное. Где? А ну-то там было что-то черное. Какие черные были? Ну, делай солнышко. А вот это белое что такое? Это облака? Угу. А, вот черное, вот. Где? Вот. Да вот. Да, вот. Или это коричневое? Это носик. Коричневое. Солнышко дальше открывай. Опа, какое оно маленькое. Это солнышко. Так, давай супа. И, так, подожди, а это что такое? А это что такое, Алиса, отлепила? Лучик его. А, это лучик. Не, ну, большой какой-то лучик получился. Лучик. Кажется? А, это, нет, это на горшок, это вот на горшок. А, это на горшок? Так что прицепите туда. Пока. Давай, сделай горшок тогда и туда прицепи сразу. Горшок с медом. А, вот это кажется, то что это такое луна? Облака. Да. Облака. Такая главная.
Ой, какие у Алисы облака. Красивые облака. Подожди, Алиса, не торопись. А, тут получается два облака и одно дерево, да? Да. Сейчас нет, это сделаю. Не делали, это цветок, цветок. А, это цветок? Да. Ну, понятно. Еще одно облако давай Егору. И все, у вас с облаками будет все в порядке. А, там потом еще одно нужно так, будет. Так, это вот сюда, вот слева, выше, 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 мне кажется. Или, ну, в принципе, без разницы, куда они. Нет, в принципе, я наклею. И цветок. Нет, было наоборот. Оп. Цветочек я уже отклеиваю. Он должен быть здесь. Где он должен быть? Здесь? Да. Точно? Да. Я сама ее наклею. Сама наклеишь? Да. Давай, аккуратненько только. Аккуратненько, аккуратненько. О, молодец, Алиса, цветочек наклеила. Прям попала даже. Да, попала даже. Умничка. Да, прям попала. Прям попала. Не совсем. Ну ладно. Попала немножко. Попала. И смотри, так, а это что такое? Это на бочонок. Нет, на бочонок. И еще там потеки меда, которые это, Алиса, отлепи. Желтенькая. Во, да, точно. Молодец. Так, там Егор, вот мед сделай, который вытекает из горшочка. Да, как на рисунке написано. Как на рисунке, да. Да. Написано на рисунке. Вот так. Ну, а это все, это лучики от солнца, да, пошли? Вот пока у нас лучше получается. Красота. Да. Давай. Лучики от солнца? Угу. Ну, конечно, они одинаковые. Нет, тут стоп. Ну, стоп, а это, стоп. Ладно, она же все это, а это получается вот. Вот. Да, что это такое? Листочки или что это? Ты смотри, она же по порядку все отклеивает. Нет, сама нет, ты не умеешь. Ну, почему? Она цветочек же сделала. Кое-как она сделала. Дай, пускай она лучик от солнышка сделает. Молодец. Попал. Умничка, Алиса, попал. Ну, ты делай одно, а Алиса пускай другое. Ладно, нравится тебе вот цветочек. Постойте! А, да. Алиса, давай цветочек красненький делай. Ой. Не, зачем ты опять приклеиваешь? Делай. Вот он. Вот туда приклеивай цветочек. Приклеивай цветочек. Немножко... Ну, а потом это отклеишь, Алиса. Хочу его отклеить. Чтобы цветочек был красивый. Чтобы цветочек был красивый. Но ты сначала приклеивай, а это потом снизу приклеишь. Так, молодец. И это снизу приклеивай. Нет, наоборот. Вот. А, так, да? Так, вот эти две неправильные. Да какая разница? Они же все равно лучики. Егор, это... помоги, у нее там оторвался стебелек от цветочка. Все? Ну ладно. Какой ужас. Пойдет. Вот эти лучики. А это что такое? Не знаю. А это рубашка у медведя. Да, рубашка. О, получается, сначала нужно было рубашку наклеить, что ли, а потом руки. Блин. Теперь как это? А, нет, Егор, все правильно. Посередине между руками ее клей, потому что там еще сбоку будут вот эти вот красненькие штучки, которые выглядывают. Все правильно. Сейчас я вас удалю, ты как-то. Наоборот. Вот. Оп. Да, видишь? Опа, да. О, и Алиса достала тебе это, футболка, края футболки. Какая-то... Что она сделала? Она тебе три штучки об нос обтерла. У тебя нос, что ли, зачесался? Да. Да? Еще одно облако. Еще одно. А это облако. Приклеивай посередине большого облака. Какое? Вот. Да, посередине приклеивай. Ай, молодец. Так, и еще там посередине. Кружочек. Да, кружочек посередине. Не. Где цветочек у тебя синенький? Вот туда приклеивай. Где синенький цветочек? Нет, у него. Стоп.
синие, все. Все, теперь желтые остались. Все, все, там ничего нету. Желтые остались у вас. А вот. Да, ей тоже, пускай она вот эти листочки поприклеивает. У вас только... Не, Алиса, все, только листочки вот, которые на травке. Вот это, кстати, было вот на бабочку. На бабочку? Да. На бабочку. А, ну делай на бабочку тогда. А ты говорил то, что это может не на солнце. Ну, я же не видел, что там на бабочку еще. Солнце упало. Соколка. Собака. Нет, заколка. Заколка. Так, ну и что там остались? Только листочки, которые, да. Которые на травке на зеленой, да? Да. Ну, цветочки у нас, и вот это все-таки оказывается на носик. На носик? Да, потому что тут как-то никуда кроме носика. Хотя какой-то носик не вижу. Просто нужно было другой стороной приклеить этот нож. Что это такое? Еще с самого начала. Алисе понравилось делать аппликацию? Да, и мы еще будем делать шары огромные. Еще шары будете делать огромные? Да, огромные? Ну, сначала аппликацию сделаете, да, Винни и его друзья? Да, мы там будем делать и шаров, всяких там собак. И Кити. Всяких собачек, там, да, лебедев. Кити мы там Алисе не будем делать. Ну, там собрать страну, у нас там будет инструкция, но мы там будем надувать насосом шары. Да, вот там уже есть, ну что ж, да. Сальки. Насосом шары, ну и там мы будем этим насосом накачивать эти шары, а потом их с них будем делать. Ну все, показывайте, что у вас получилось. А стой, а рамки? А, ну делайте рамки. Да, мы же и так забыли. Забыли? Ну, еще. А это что такое еще осталось? Вот это. Да, я не. Да. Вон, внизу под цветочком. Да, вот. Под цветочком спряталась, и мы не видим. Да, мы так и сделали. Алиса, пока его рамочку делает, что там, покажи, что там у тебя еще Лили умеет делать. Петь, да? Нет. Она в ладошки хлопать умеет? Бабочка, ты моя подружка. Она говорит, что ты лучшая подружка у нее, что ли? Это ее единственная подружка. Ладушки, ладушки. Ладушки, ладушки умеет Лили делать, да? Глупышка. Она глупышка? Да. А почему она глупышка? Она почему? Она почему Лили глупышка? Ой, My Little Pony. My Little Pony. My Little Pony? Да, еще камера будет. Как весело. Я хотела тоже огромную ванну с Ниной купить. Чтобы Нину купать. Да? Да. И чтобы я купала всех три лялек и две. Три лялек? Да, и две. Ой, опять говорим на Литл Пони. Да. Давай, какая она у тебя озорная хохотушка смешная, да? Ой, она еще шевелится. Головой все она шевелится. Головой шевелится? Да. А Алиса прическу какую Лили сделала, да? Вот так вот, вот так вот. Ой, вот так вот, вот так. Ой! Ой, как она в пляс пошла, да? Здорово. У меня даже есть бантики. У Алисы даже есть бантики. Ну-ка покажи, какие у тебя бантики. У меня есть бантики. Красивые у Лили бантик. И у Лили бантик? Ой! На горшок Лили хочет? Она все-таки так и хочет в туалет. Она обкакалась. Да ты что? Ой-ой-ой. Фу. Сейчас Алиса пойдет памперс менять, да? Ну да, видите, много. Да? Да, я не буду менять памперс. Памперс будешь менять?
Да. Ну ладно. Если я вот это сниму, вот это буду здесь снимать, если я одену памперс. Здорово. А папа, помнишь, папа, мы там сделали еще первую вот эту компликацию, мама Маша Медведь, и там тоже за края залезает. Ну, это надо подрезать потом. Она обкакает мою Лили. Ну, что ты такое говоришь? Сейчас пойдешь памперс менять Лили своей. Фу, мадам, идите на горшок. Какая Лили. Так, у Егора Егор заканчивает последнюю рамку делать, да? Сейчас будем смотреть, что у вас получилось. Мадам, идите на горшок. Ой-ой-ой-ой-ой, что Алиса такое говорит? Это Лили. А это что у Лили такая? Бутылочка. Бутылочка? Ну, попои ее. Ну все, давайте, показывайте. Получилась аппликация. Великая картина. Аппликация для малышей. Винни и его друзья получилось, да? Красивая получилась аппликация у Алисы и Егора, да? Ну что, всем говорим пока-пока. Пока-пока. Подписывайтесь на наш канал в гостях у Алисы и Егора. И ставьте палец вверх. Я вас люблю. Я вам дарю сердечко. Ставьте палец вверх и не забудьте ставить комментарии. Я вам три. Алиса дарит вам сердечко. Да, и три. И три? Да. Ну все, пока-пока. Подписывайтесь на канал в гостях у Алисы и Егора. Ставьте палец вверх за картиной.